Так, заехал к нам автомобиль Nissan Largus. Чуть-чуть подремонтироваться. У него тут со стаканами проблема. Они как бы оторвались от кузова, живут своей жизнью. Такой, причем вполне полноценной, независимой. Ну, этот, в принципе, тоже такой же. Тут тоже вот дырбочка такая прям нормальная. Ну, он как бы тоже весь насквозь. То бишь, есть форма стакана, но только за счет того, что там толстый слой антигравия. Так, а здесь был изобретен стакан алюминиевый или... Ну да, алюминиевый стакан, пищевой алюминий, кстати. Вот, все это было приклепано, припенено, прикручено. Ну, видимо, надеялись, что оно будет держать. Ну, однако... Частичная разборка показала вот... Вот такую вот... конструкция. Вот такая вот пипец полная. Вот такая вот. Ну, она и снаружи как бы уже. Тут уже все сплошное прогнило. Вот. Трещины. Куда-то туда все это замазывали. Обклеивали каким-то тут какой-то клеенкой. Вот такая вот военная машина. Такое вот вскрытие. Это тот же самый автомобильчик. Произвели разборку, снятие временных алюминиевых заплаток. Вот. Убрали герметизирующую пену. Происходит отпадывание практически 100% брызовика. Вот. Зато теперь машина 100% будет проходить техосмотр. Тормоза ведь удобно теперь тормозить. Да, надо. Кирзак одеваешь и сразу за покрышку через кабину. Вот, вон место пассажира. О, даже водителя, о, тем более. Он ногу высовывает и за покрышку тормозит. Можно сэкономить на колодках и тормозной жидкости. Да, только на кирзачах не сэкономить. Вот, да глянь, смотри. Да что смотрите, я да не расстраивайся, можешь посмеяться. А, смеяться можно? Да. Ну, нервно, в смысле. Вот так это все. Это ты сейчас все сделал, сломал. Дело как было. Да-да, из кабины, по-моему. Ой-ой-ой. Типа вентиляция? Ага. Бесед какая? Ручной тормоз. Аварийный тормоз. Понятно. Обнаружен в этом автомобиле. Хозяин никого не видел? Смотри, порог. Порог из пены сделали. Нет, порог из поклевки. Порог из поклевки. Ну, поклевка, наверное, на пене лежит, скорее всего. Первого мая. Поэтому ты грязерезкой не рискнул, да? То придется ремонтировать не только порог, но и всю бочину. До самой задней дверки.
бочину поравнять. Мы не подписывались на эту линию. Сильно ты губу не раскатывай, не переживай, там не лучше будет, чем было. Ну хотя бы на первое время латки нормально. Второй. Я там каждый утром, каждый вечер.